салом, балет и в центре куражи. Мы еще встаем. Нет, только принадлежать. Чего? Это как его? Ты не знаешь? Попутные вот весь вот как его? У нас уже две решетки пропало. Две уже? Да, еще две плюсом. Как вот, еще? А где в других? Других это, подъездах? В этих. Между четвертым и пятым я видела. Да, четвертый, пятый и еще одна. Ты что? Где опять? Ты что, поняла, что ли? Я хочу, пойдем, покажем, я в ночной рубахе. Я сейчас звонил же, говорю, это что за хрень? Даже сколько, блин, батареи снимут у нас. Блин, да это что творится-то? Есть одна вот подозрение квартиры на пятом этаже. Да? Ты не ходила вот там к мужику какой-то? Какой номер? Ну, мужик там, у нас вроде все путные живут. Пьяница, думаешь? Да. И бардак везде оставлен. Не знаешь, кто? Ты скажи, какой номер, я посмотрю, кто там живет. Я у меня списки-то есть, Андрюша. Нет, номер-то не знаешь, какой? Я не знаю, кто, но на голове. Чего ты позвонил в управляйку, что сказали тебе? Мне сказали, что будут разбираться. Он же идти, твоя же мать, а? Я говорю, прям, это кто-то? Вот отсюда? Не знаю, из какой, но кто-то... Так, здесь знаю, кто живет, здесь Дима живет. Там снимают квартиру, здесь хорошая семья живет. Вот здесь в 63-й. Вчера меняли здесь этот, дверь. Вчера здесь новую поставили дверь. Ну, здесь путняя семья живет в 62-й квартире. Да? Которые снимают жилье. А там у них нету, у них недоступ... По-моему, здесь не почтальонка или живет. На каком мне надо посмотреть, Андрюша? Я не помню тоже. Но вот этот снято, да, 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 да. Туда идет уже. Это скоро уже и батареи стащат. Да нехер делать. Нехер делать, Андрюша. Все унесут. Как бы нас не унесли с тобой. Андрюшка, утащат нас с тобой. Где еще эта решетка? Вот это пытались снять. Где-то вышло. Ну-ка. И вот там еще пытались снять. Нет, тут-то вроде все хорошо, Андрюша. Фу, только хапчики, поймать, лежат. Курят, блин, сволочи. Вот это снято. А ты... Я же ходила по всем этажам, все было на месте. И бардак оставили, видишь? Слушай, так это, бля, это ходит специально. Это кто-то... Из холода батареи снимут и все. Все, так слушай, опять выдрали. Ну уже Тишкин же свет, а? Ой, бля, что творится-то, ребята? Тут с мясом опять выдрано. Так это когда успевают? Это что, не спать ночами, караулить и на батарее? Вон, смотри, что творится. Молоко. Это что, из-под, это из хлеб, да? Или что там такое? Из-под хлеба или хлеб? Закуска. Так тут они... Так это бомжи приходят. Даже выпивки нету. Выпивки нет, только жрачка. Голодные люди. Зеленая мать. Так слушай, все поснимают эти решетки. Видишь, пошли ниже. Вот уже, смотри. Вот это снято, да? Видишь, вот нету решетки. Ну же, блядство, а? И все, Андрюша, а да? В подъезде у них тоже это говорит. Тоже снято? Ты Любе звонил, да? Да. Ты что? Придух. Так что делать, Андрюша? Давай по очереди будем спать на лестнице с тобой. Да, ну, сегодня ты, завтра я. Так скоро. Или вместе, Андрюшка, ляжем спать. Что, пошли давай, поедем, херли будем ходить пешком-то. Ноженьки топтать, третий этаж, 6 этажей подниматься неохота. Не, ну, бля, ну и что управляйки-то разбираться будут? Да. А что управляйка-то? Они же не полиция. Вот ну кто это? А полиция тоже не будет. Не будет? Так, а на кого будешь подавать-то? Ты на меня, на тебя подадим. Кто ты спер? Вот я хожу ночами, грызу тут решетки, да, твою мать. Зубья все сломала. Японский городовой. Да ты, может, у тебя пенсию не дают? Ты да, вот и я, Андрюша, хожу, грызу зубья. Видишь, все сломаны. Нет, там болгарка. Где? Болгарка. Или вот этим ключом. Кто-то болгарка, а я с болгарином хожу. Болгарином кручу. Ну что делать-то, а? Жалко, блин, ну что, Андрюшка, ведь хорошие или все. Mm-hmm. Вот дело, это кто-то приходит, ну кто это, где они приходят, стоят, с улицы приходят. Так надо камеры, я им говорил, что... Надо камера. Андрюша, поднимай всех к чертовой бабушке. Всех ставь на уши. Ой, ты заботливый мой мальчик. Беспокойное мое хозяйство. Я сюда, сюда дом, говорю, давайте камеры ставить. Она говорит, так люди против камер. Ну, а люди, ой, не знаю, что, слушай. Так и у нас сейчас снимут, прямо ведь жалко. Ну ладно, Андрюш, что делать-то? Так, так, пойдем. Да. Пиши, а что, полиция заниматься не будет? Пошла, у меня суп-то варится. Давай, Андрюш. Суд подавать. Суд подавать. На кого в суд-то подавать? На болгарина? На болгарку? А скоро, видишь, это, может, лифты снимут у нас. Да, просто, Андрюш, лишь бы нас не унесли. Ну, давай, Андрюш. У тебя дорогая дверь. Ой, какая дорогая-то деревянная у меня дверь.
Оль, подожди, лежал с эту. Чего у тебя на маме тряпку? Две железные ляжки? Да, что железные? Знаешь, сколько стоит? Ну, тоже снимут, унесут, проснусь, и двери нет. Ты смотри, Андрюшка, не присватывайся к моей двери. Ишь ты, это точно ты решетки снимаешь? Да нет, не нахрен. Точно и двери мои, уже глаз положил на мои двери. Ушел. Ну какой интересный мужчина, Фим. Катя, знаешь что? Ты только на этого мужика глаз свой блядский больше не клади, ладно? Угу. Я тебе. Ой, дурдом. Супчик с утра варю. Гороховый. Морковочка тушится, мясо варится. Ой, от соседа покоя мне нету. Нет покоя от соседа. Ой, что-то сегодня попрохладнее или ветер просто холодный. Потеплело у нас конкретно. Снегом все замело и потеплело. Минус 4 было вчера, сейчас не смотрела сколько. Вот Андрюша ломится ко мне с раннего сранья. Я говорю, чего, Андрюша, я еще хожу, тоже только встала в рубахе в ночную хожу. Выйди поговорить надо. Ну ладно, пошли поговорить. Андрюшка, да переходи уже ко мне жить, блин. Каждый день ко мне ходит, все новости какие-нибудь носит. Я тебя уматерю. Да, ветерок прохладный на улочке. Ну, я раздевшись, конечно. Палыч мне говорит, напиши в чат про решетки-то. Я говорю, что я с дуба упала, что ли? Буду я писать. Там есть, говорю, писательница. Пусть она пишет. Я-то что, говорю, буду писать? Да пусть Андрей напишет тогда. Я говорю, я тоже ему сказала, Андрюшка, напиши в чат. Он говорит, меня там заблокировали. Я говорю, что, Андрюша, что ты не то писал? Ну, я на стихи, говорю, писал, как вот одна гражданка там стихи посылает, пишет. В чат дома, где должны решаться домовые проблемы. Я говорю, что ведь у меня не это, со здоровьем все в порядке, что, говорю, я буду. Пусть там, говорю, пишет. Как писалка не сломалась. Одна дресливая корова все стадо портит. 99% там адекватных людей. Кто-то заходил, сразу же выходили, я уже говорила по приглашению. Ас Пушкин буду звать. Ас Пушкин по приглашению. Заходили, ничего понять не могли, глазами хлопали. Причем тут в чате вот это все, вот эта вся грязь. Вот. Андрюша-то говорит, я Любе-то звонил, Любовь Михайловне-то я звонил. Я говорю, да что, Любовь Михайловну тоже беспокоишь по пустякам. Вот. Пусть она в чате-то там чего-нибудь, я говорю, ее нет в чате. Она вышла, я с ней тоже разговаривала, говорю, а что у тебя, Люба, в чате-то нет? Она говорит, а что я там буду, зачем там, говорит, не по теме. Идут разговоры, человек понимает, вот человек здравомыслящий. Она вышла из чата, что не о том, не о том, надо писать о проблемах, а там, ну, видимо, нравится, я не знаю, кому-то это все, это грязь, вот эта грязь. Я бы вот таких сразу бы удаляла, вот я вот на месте создателя, кто-то чат этот создал, да, организовал, скажем так. И вот эту вот всю грязь, она же все висела, пока это сама не удалила. Это тебе за это, да это тебе за то, да это тебе за бабушку. Живи, живи. Она все поудаляла. А видео так и стоит там, оно у меня закрыто, пусть оно стоит. Вот. Люди-то нормальные, понимаете? Ну, кто-то есть, конечно, кому-то это и нравится, может, вот эти дрязги, но чат-то создан не для того. Вот я бы на месте, да, сразу бы я сказала, так, любезная, ты давай со своими личными разборками шуруй в личку к человеку, а нечего тут в чате такой херней заниматься. Если она-то не понимает этого, с 5-летним умишком-то не понимает. Вот. Носиком надо ткнуть маленьким, детским, чтобы понюхала, чем это пахнет. Кто образовал этот чат, ведь должны... Ей вообще не место в чате, она вообще не собственник даже. Она муниципальщик. И она ни права слова не имеет, не голосует ничего нигде. А возомнила себя царицей Мать Небесную, председатель, наверное, рвется. Вот надо выбрать ее, пусть бегает. Ее не выберут, она не собственник. Я бы за нее 8 раз проголосовала. Я вот на своем канале в пределах правовых норм имею право
снимать то, что мне заблагорассудится, и говорить то, что я хочу, в пределах правовых норм. Это мой канал. Это не общий какой-то домовой чат, который создан, извините меня, лечить, а не дрочить, скажем так. Объяснили бы ей? Есть у нее в друзьях-то грамотные люди. Объяснили бы ситуацию-то ей. Ой, муравьишки мои хорошие, вышли опять погулять. Ну-то мало вас, одна группочка, наверное, вышла. Пупсики маленькие. Пупсятки. Ладно, не стоит она того, чтобы о ней тут говорить, муссировать. Ну, ответка-то себя не заставит ждать долго. Вот это я прямо, знаете, могу сказать с 200-процентной уверенностью, что ей прилетит. Прилетит и скоро эта ответка. Бог-то не Тимошка, как говорится, как говорила, в «Любовь и голуби». Видит немножко. И поэтому я говорю, что никто не отменял закон бумеранга, никто. Так что это не заставит тебя долго ждать. Такие люди получают по полной от Всевышнего. Дай Бог здоровья. Стихи скидывает в чат. Люди-то тоже не все поняли, для чего, кому эти стихи там нужны. Ты мне скинула уже и успокойся. Что в чат-то скидывать? Люди-то не понимают, что человек не в адеквате. Что, для, к чему это? Для чего это? Кому это надо? Печатайся в «Правду Севера». Печатайся. Там хоть денег мозг рубишь. Вообще, конечно, это... Мне да пофиг, собаки лают, караван идет, я сказала, мне понасрать. Мне хоть есть о чем поговорить. На большой колокольне клала болт большой. Так что вот хочу что сказать, что на каждую хитрую сраку найдется хер с винтом. Понятно? Этот хер с винтом закрутит скоро по самые помидоры. Господь Бог. Ну, тогда и посмотрим. Открывай диспетчер, в небо коридор. Стартанет прямой наводкой тук Архангел огородком через турбулентовый простор.